Горючее вновь подешевело на автозаправочных станциях. На некоторых АЗС цена бензина и дистоплива в среднем упала на 70 банов, а газа на 20. Литр бензина 95-й марки стоит 16,72, а день назад стоил 17,42. Цена дистоплива составляет 14,72 по сравнению с предыдущей в 15,32. Сжиженный газ стоит 9,97 против 10 лея в 15 банов. Водители приветствуют понижение цен, особенно сейчас, в период начала весенних сельхозработ. Да дом сеша, а шибиник у меня как уеша там ела лукру, лакоти, а в гектарик. Соляра, în primul rând, la tractoarele care muncesc în locul omului. Trebuie să fie o limită care să poată omul munci. E bine că s-a ieftinit, mai bine de circulat, mai ales acum când transportul nu prea merge, ne aranjează. Ar fi bine să nu ordine și prețurile mai mari. Da, am observat. Încă n-am reușit să-mi fac un bac plin. Am o și mă duc. E bine, dar ei trebuie să ieftinească mai mult. Românii au ieftinit în banii noștri cu 5 lei. Pe la noi 1 leu. E bine, pentru agricultori e bun. Înainte luam cât? Cu 18, 19 lei la agricultori. Am 15, 14. E bun. После нескольких повышений цен на топливо в конце прошлого и начале этого года власти объявили, что вернутся к практике ограничения максимальной цены. Ответственным за это стало Нацагентство по регулированию в энергетике. Глава государства Игорь Дадонов встретился с тремя крупнейшими импортерами нефтепродуктов, которые пообещали ему, что снизят цены на горючее, особенно для сельхозпроизводителей.